Как вы думаете, что помимо теплых дружеских отношений может связывать Нуржана Керменбаева и Макпалы Сабекову? Конечно же, творчество. Как выяснилось, совсем скоро эта парочка планирует представить результаты совместных трудов. Вообще планируется два новых дуэта. Один из них с Макпалы Сабековой. Мы написали вместе песню, которая называется «Айта Бермеша». Вот теперь готовимся ее презентовать. Ясное дело, одной только работой в студии дело не ограничится. Мы вдвоем с Макпал разговаривали с одним режиссером. Он пока еще неизвестный, и сейчас он занят, снимает фильм. Как только закончит, нам предоставит сценарий. И я думаю, что мы с ним очень хорошо сработаемся. Ну и самое главное, вот вам небольшие подробности о предстоящем треке. Мы с Махпал оба любим лиричные песни, то есть среднетемповые. Так что не скажу, что это танцевальная песня, но в ней есть своя изюминка, свой стиль. Что ж, Нуржан, надеюсь, вы с Махпал своих поклонников не подведете и представите самый настоящий хит. Ждем с нетерпением.